старом здании отделения почтовой связи идет капитальный ремонт. Заменяют покрытие на полу, равняют стены и потолки, устанавливают новые стеклопакеты. Строители работают над полной заменой электрики, а также систем кондиционирования. Данные работы были начаты после проведения мониторинга почтовых отделений по всей Московской области, по результатам которого губернатор Московской области поставил задачу и дал поручение муниципальное образование. Отделение почты – место, где всегда много людей, поэтому их пребывание здесь необходимо сделать комфортным. Как продвигается ремонт здания почты, проверил депутат Совета депутатов городского округа Химки. Александр Якушин отметил недостатки в зоне входной группы. Там некоторые вопросы надо проработать, в частности, обновить ступеньки и перила. Это не предусмотрено якобы по плану работ. Вот мы отмечаем. Пока все идет по плану, и у нас никаких особых больше замечаний нет. Полностью завершить ремонт здания отделения почтовой связи подрядчик обещает через 1,5-2 недели.